Помните Полину? Победительница конкурса на бесплатную блефаропластику 8 марта. Полине я 7 дней назад сделал блефаропластику. Я безумно рада и просто я ждала этой операции, наверное, с детства. Как проходит моя реабилитация? На третий день сняли швы, приклеили ленты и через неделю сняли ленточки. Сегодня ровно 7 дней после круговой блефаропластики. Вот как у нас проходит рубец. Я только что снял шов. Вот рубец нижнего века. Фактически его незаметно. Есть небольшие синяки. Отеки. Швы зажили достаточно быстро. Чувствую, в принципе, себя прекрасно. Единственное, остались какие-то под глазами синячки. Дело в том, что пациенты настолько, что хотят, чтобы спустя неделю после операции у них не было ни синяков, ни отеков. То есть в следующий раз я буду делать операцию вот так. О, и все. Все потянется без синяков и отеков. В принципе, все проходит гладко, и я ожидала худшего, конечно. Вот рубцы открыли. Незначительно видно рубцы углов. Это часто бывает, потому что генетически она была склонна к эпикантусу. Но я сделал укол, все рассосалось. И через 3-4 месяца следов не будет. Конечно, я стала более уверенной. Мне стали делать комплименты люди, которых я не видела год. Говорят: Полин, ты изменилась. Ну, какая-то ты другая стала. Ну, ты, наверное, похудела. Ну, глаза у тебя какие-то другие стали. Я, конечно, улыбаюсь, смеюсь им в ответ. Мне просто повезло, что я попала к хорошему хирургу, к Абрамяну Соломону Маисовичу. Он действительно крутой врач, с чувством юмора. Со зрением проблем нету? Нет, у меня глазки... Оно лучше не стало? Лучше не стало, хуже не стало, как было, так и все. Обычно осталось. После моей операции зрение улучшается, но я спросил вдруг...